Всем добрый день! Сегодня я ставлю на укоренение лавр. На календаре ноябрь месяц. Лавр у меня растет на улице. Он довольно-таки морозостойкий в нашем регионе, в Краснодаре. У меня растет без укрытия. Лавр не любит укрытие. Он начинает покрываться грибком, если его укрываешь листочки такими точечками, потому как у нас бывает мороз, а солнышко выглянуло, уже плюсовая температура. Лавру это не нравится. Ну, у меня он уже растет давно, лет 5 в грунте. Чувствует себя замечательно. Видео у меня, какой он у меня растет, есть на канале. И сегодня я его укореняю. Я укореняю лавр, когда прохладно. В прошлом году в феврале ставила, в этом году ноябрь я решила пораньше. Потому как летом он у меня не укореняется, он подгнивает, подпревает. Очень жарко, лавр не любит такую жару, хотя вроде бы он растет на юге, где жарко. Ну вот в моих условиях летом не хочет укореняться. Я приготовила черенки, сейчас лавр активно растет, вот это новые приросты, цветет. Вот в бутончиках, бутончики, конечно, с черенка здесь убрать. Я срезала веточки и наготовила черенки. Ну, черенки, как обычно, как и все мы готовим. Несколько почек, это может быть верхушечный черенок, может быть промежуточный. Неважно, нижняя часть косой срез под почкой. Ну, и несколько я беру там 3, 4, 5, в зависимости какое междуузлие. Я режу черенки, ну, просто на свое усмотрение. Укореняю я его. У меня вот такие торфяные брикеты для крепкой рассады, размоченные в воде. Я те года укореняла в кокосовом субстрате кока-грунт, но он подорожал. Как бы не вижу смысла. Я перешла на вот такие брикеты, хотя, думаю, можно укоренять просто торфяной грунт и агроперлит. Ну, без удобрений, чтобы был. Для укоренения удобрения не нужны. Ну, вот следующий этот закончу. Я буду просто в торфе с агроперлитом. Укореняю я вот в стаканчиках 100-граммовых. Раньше я делала это 200-граммовых. Ну, потом попробовала в 100-граммовых. Результат тот же, только экономим стакана места, так как маленьких стаканчиков я укореняю вот в таком коробе из фикс-прайса пластиковом. Это как мини-тепличка. Маленьких стаканчиков сюда больше помещается, чем больших. Ну, и грунта используется меньше. Результат один и тот же. Поэтому я перешла на 100-граммовые стаканчики. Укоренять я буду на теплом коврике. У меня есть теплый стеллаж. Снизу температура у меня будет 22, сверху 15-18, ну до 20. Коврик хорош тем, там стоит реле. Если в теплице температура поднимается выше 22, то он отключается. То есть он нагревается до 22 и отключается. И очень удобно. Ну, я укореняла при таких условиях уже не раз, поэтому... И лавру все нравится. Конечно, укореняется он не быстро, но тем не менее укореняется. Вот сейчас я заполню такой короб стаканчиками и накрою крышкой. И поставлю на стеллаж. Буду влажность проверять. Ну, как правило, сейчас вот перепад температуры. Ночью прохладно, днем теплее. Короб весь стоит запотевший, то есть влаги достаточно. Но если там будет подсушиваться, я, конечно, побрызгаю водой. Ну, летом больше как бы идет сушиться черенки. Зимой очень редко я добавляю. Я приготовила вот воду, корневин. Черенки я, если сухие, окунаю в воду и обрабатываю корневином, укоренитом, кто чем пользуется. То есть нужно простимулировать черенки. Сажаю вот такие стаканчики и отправляю в короб. То есть все очень легко и просто, стоит только захотеть. Ну и, конечно, набраться терпения. В стаканчиках видно корни. Можно, конечно, просто в контейнер насыпать торфа и укоренять, но тогда не видно корни. А вот в стаканчиках индивидуальных там корни видно. Появляются они неравномерно, то есть я постепенно буду проверять и убирать, которые с корнями, пересаживать. Ну, результат свой я вам покажу. Поэтому, если кто решил размножить лавр, это можно сделать сейчас. Всем хорошего дня, всем удачи, сажайте, укореняйте, и все у вас получится. Всем пока-пока!